Добро пожаловать на канал Europlay. Продолжаем играть в игру под названием Operation Tango, и теперь мы будем проходить вторую миссию. Доброго времени суток. Ну, я отцапаю хакера. А я беру агента. Погнали? Оп, я готов, поехали. Так, вторая давай миссия. Вторую миссию. Ванкувер, передовая Канада. Цель. Передовая цель, да. Погнали. Во второй миссии мы узнаем, что неизвестный киберубийца недавно погрузил в хаос мировую сеть. Этот террорист пытается получить доступ к найденному в смарт-очках микрочипу, чтобы навсегда стирать виртуальные личности жертв, таким образом лишая их контроля над собственными жизнями. Этот чип хорошо защищен, поэтому скорее всего это сделал кто-то свой. И первый подозреваемый — это компания Nimbus Web Optics, производитель самого известного бренда смарт-очков. Отправимся в это здание, пока там никого нет. А наша главная цель — получить доступ к серверу мейнфрейму и достать оттуда технические отчеты о микрочипе. Так, я спускаюсь. Тихо, спокойно. Так, хорошо, вы находитесь в лобби, теперь выясните, как получить доступ ко всему зданию. Так, Nimbus Web Optics, мировой лидер в производстве социальной оптики. Так. Я получаю доступ. Нам жаль, но у вашего виртуального ID нету доступа к этой области. Так, ага. Мне нужно тебе доступ сотрудника. Кем бы тебя выбрать? Да, интерактивный помощник мне говорит, что я без ID вообще. Выдай мне кого-нибудь. Ну во, на. Передаю ID. Давай. Так, хорошо, принял. Вали, оп. Хорошо, теперь направляться в сторону помещения сервера мейнфрейма. Хорошо. Вон, меня приветствует здесь. Солнышко такое. Так, сервера мейнфрейма, идем. Технологический центр. Вы можете получить доступ к технологическому центру только при помощи функции назначить. Понял. Так мне назначить надо тебе встречу. Да. Но для этого мне нужно ID рабочего места твоего. Угу. Ищи там айдишник. Ладно, пойду работать, окей. Good morning, Courtney. Давай. Привей. So так, вот мое рабочее место. Работаем. Классное рабочее место, кстати. Так, окей, заходим в настройки, да? И тебе нужен ID рабочего места, ID, да? ID рабочего места, 337. Да. Дальше. 499. Угу. Назначаю. Время у тебя сколько? Так, погоди, выхожу. Время у меня 5.06. Назначаю тебе ближайшее 5.30, угу. Которое я могу. И отдел у тебя какой? А, мне надо в технологический центр попасть. Назначаю. Угу. Так. Отлично, я могу зайти. Хорошо, справляетесь, продолжайте искать помещение сервера мейнфрейма. Ага. Так, третий этаж сервера мейнфрейма. Идем туда. Так, я в лифт дошел. Лифт? Да. Какой у тебя лифт? Какой так, у тебя номер лифта? Третий этаж отказано. Номер 777-8402. Доступ. Загоняю тебя на третий этаж. Давай, спасибо. Так, вот я на третьем. Так, направо некуда идти. Ага. Так. Мне нужен код доступа. Так, научно-исследовательские лаборатории. Так, приносим извинения, но у вас нет доступа к этой области. Понял. Так. У меня нету доступа на третий этаж. Не нужен код доступа. Ищи. А, вот, там. Есть. Да, можем что-то хакнуть здесь. Так, код доступа 95-33. 95-33. Ага. Подключаюсь. Давай. Ой. Слушай, я в системах, у нас есть сеть майндфрейна и научная... Слушай, у нас тут проблемки. Здесь какие-то дроны летают. Я тут на камерах так вижу. Здесь я не подключусь, значит пробуем здесь. Охранные дроны. Охранные дроны, да. Ага. Так... Поехали. Закрыто. Так. Я жду. Запоминаю, как они летают. Ага. Так, сейчас по команде. Заходишь в дверь и ждешь моей команды. Всё. До следующих действий. Понял.
Заходи. Зашел. Жду. Прямо и направо. И еще раз направо. Я в комнате возле неисправно. Жду команды. Жди. Жди. По команде выйдешь назад через дверь, в которую заходил. Угу. Сейчас иди, иди, иди. И прямо иди. И в дверь ту иди, которую видишь. Давай, давай, бегом. Все, я побежал. Фу. Так. Подключаюсь к серверу. Так. Передаю тебе управление. Принимаю. Так, ну поехали. Давай. Так. Ой, так, значит, смотри, здесь надо твои стрелочки. Красные, моя вот эта вот, да. Погнали. Оп, давай, 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 давай. Тяну, тяну, тяну. Ну, опа, первый это первый легкий. Это легкий, давай. Так, вот это уже попотнее будет. Так, смотри. Так, оп. Давай. Так, чуть-чуть так поближе, пускай. Поближе, поближе. Вот, давай, 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 давай. Нет. Стоп. Нет. Так, давай. Вот так. Еще ближе подходи. Стоп, давай. Не могу. Ля-ля-ля-ля. Ладно. Не могу я ближе, там цепляет. У меня внешняя есть, внешний контур есть. Давай, 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 давай. Ух. Так, здесь. Давай, 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 давай. Так, стоп, так, здесь стоим, ждем. Да, здесь стоим, значит, ждем. Давай, сейчас синхронно действуем. Я отпускаю свою и двигаю вот. Ну ты, да, да, ты свою двигаешь. Я скажу, когда я отпущу. Ты готов, готовься, чтобы нажать сразу. Так, сначала я отпускаю, потом. Давай, ты. Давай. Раз, два, три. Давай, давай, двигай, 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 двигай. Отлично. Моща. Так, ну это не сложно. А теперь мы наоборот меняемся местами. Это, кстати, не сложно. Не, ну ты не отпускай то. Так ты тоже не спи. Так. Еду, 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 еду. Оп, все, найс. Отлично. Открыли. Открыли. Ух. Так, мейнфрейм открыто. Так, сервера защищены. У вас получилось, теперь помогите своему напарнику найти отчеты о микрочипе. Отчеты о микрочипе. Так, хорошо, это я понял. А где просто это? Сеть мейнфрейма, наверное. Мне нужен IP-адрес, там никакого адреса так, нету. Сервера мейнфреймы. 129. 129. 129 236 166 228. Отлично, подключаюсь. О, открыть бэкдор, нажал. Так. Так, подключаюсь, куда-то меня несет. Опа. Так, запрос помощи отправлен. Так, бренд Маурер. Анализ брат Маурера. Обнаружен нарушитель. Так, мы нарушители. Так, бренд Маурер. Мне смотри. Картинки нужны. Так, мне картинки так. Нужны, да. Смотри, у меня тут прототип один, два, бренд три. Маурера. Это солнышко. У меня, значит, слева и справа по картинке. Слева у меня просто солнышко с тремя лучиками. Вот. Так, а лучики как треугольнички или как просто нет, палочки? Нет, нет. Палочки, классическое хорошо. Солнышко классическое. С тремя лучиками. Так, хорошо, а справа что? С левой стороны, слева. Да, ну, хорошо. Сначала с левой найди. Ну, а справа какой? А справа шестиугольник, как гайка такая. С полукругом внутри. Ага. Половинка гайки, короче. Неправильно я что-то сделал. Так, ладно. Так. Солнышко и гайка, да? Солнышко слева у нас. Ага, наверное, вот это ты имел в виду. Нет, я не прав. Так. Классическое солнышко. Три лучика у него. Да я лучики, понял, да. Палочки. Так. Справа типа как гайка, да? А справа как, да, половинка гайки.
Внутри полукруг и еще один полукруг. Так, а солнышко, оно внутри пусто или там что-то внутри есть? Внутри пусто, пусто. Вот, внутри. Вот это вот очень важно было сказать. Я говорю, классическое справа, солнышко. А справа вот эта гайка, и там два круга, да? Да, там такой полукруг. Да, и маленький. Полуточка такая. Ну-ка. Есть, есть, угадал. Вот, ура. Я прошел дальше. С третьего раза получилось у нас. Так, Бредмауэр одолели. Сейчас посмотрим, что будет так, дальше. Антивирус. Поехали. Так, вижу квадратик зелененький. Вижу подозрительный элемент твой. Значит, что ты видишь? Передо мной синий тупик. Позади меня белый тупик. Ну, белая стеночка имеется в виду. Я могу пойти либо направо, либо налево. Попробуй налево зайти. Так, подключаюсь. Хорошо, да. Позади тебя портал, запоминай. Позади тебя портал, да? Видишь его? Так, позади меня, справа и прямо передо мной. Да, у тебя есть портал прямо на этом квадрате. Туда не надо заходить. Вот. Короче, направо подключаюсь тогда. Да, вот, правильно. Смотри, сейчас... Значит, слева у меня белая стенка слева. Слева, налево, налево иди. Слева белая стенка, я могу пойти назад. Налево попробуй. Вот, стоп, стоп. Сейчас ты видишь портал, должен видеть портал. Я вижу перед собой синий портал. Заходи, заходи. Правильно. Так, сейчас у тебя где-то тоже должен быть портал, но туда не надо заходить. Где-то должен быть портал. У меня их три справа, ага, слева и сзади. Хорошо, так. А прямо передо мной синяя стенка. Да, вот да, синяя стенка. Да, синяя стенка, и туда пока не надо. И вот смотри, та стенку, куда ты смотришь, тебе надо идти от стены в другую сторону. От этой стены назад? В другую сторону, да. Вот. Так, где у тебя стена находится сейчас? Стенка прямо передо мной синяя. Так, вот смотри прямо на нее и иди направо. Направо, окей. Иду. Карантинный блок теперь пуст. Отлично, одолели. Так, третий этап защиты. Третий этап защиты. Это у нас и что? Страж. Так, ты мне скажи, когда ты будешь готов. Подожди. Я жду прям четко. Огоньки. Так, анализ угроз у меня идет. Анализ угроз, картинка. Три круга с треугольником. Треугольник смотрит справа. Три круга, треугольник смотрит справа. Нажал. Нет, не нажал. Ты не ту картинку нажал. Ищи еще похожую. Три круга внутри? Да. А, все, понял. Вот, все, теперь да. Двигаемся дальше. Да, поехали. Так, жди. Так, начинаю анализ. Так, три круга в треугольнике. Треугольник смотрит вверх. Понял. Треугольник смотрит вверх. Дальше. Что-то... Время каждый раз все меньше. Так, что происходит? Доступ к майнфрейму. 3, 2, 1, 0. Так, я в майнфрейме, походу. Доступ к майнфрейму получен. Кликните на взаимодействие. Сервера защищены. Сканирование. Я могу начать сканирование. Да, отлично. Сканирование. Что-то официально происходит. Официально. Микрочип ZIP. Копирование начать могу. Ага. Копирование файла прошло успешно. Передача данных учетов в микрочипе. Подтверждено. Давайте закругляться. Ага, с удовольствием. Запрос на извлечение. Так, извлечь. Не понял. Что такое? Что происходит? Я вышел. Так, о, ой, нас обнаружили, ой-ой-ой. Спасать своего напарника. А что мне сделать-то надо? Надо убегать. А мне-то что сделать? Что мне надо сделать? Так, я в лифте. А лифт-то какой номер? Так, я нажал что-то. Я спускаюсь, не знаю, нету номера. Тут вообще никаких номеров. Я куда-то спускаюсь. Ты спускаешься, раз ты спускаешься, но спускаться ты сам можешь только в подвал. Значит, я в подвал иду, да. Да-да, минус один, минус первый этаж, это подвал. Камера наблюдения, я сейчас тебя ищу. Да, давай, я выбежал.
Так, а я тебя вижу. Так, тут здесь что-то... Здесь явно нечисто. Ой-ой-ой, тут лазер какой-то. Ну, у меня в подвале только отгрузка и получение. Еще и камеры наблюдения. Тут лазер стреляет меня. Но я ничего не могу сделать. Наверное, ты должен как-то подключиться. Так. А, во, так. Ручной взлом, я могу взломать. Защитную турель. Это защитная турель, так. Да. Так. Я перехватил управление. Так. Детектор электричества, скачать. Что-то скачиваю. Так, очки получил, ага. Ты перехватил, да, турель? Да. Смотри, вот электрическое реле, я прямо вот здесь стою, на нем. Ну-ка, отойди. Еще, ближе, чуть подальше. Выше? Вот, смотри, вот. Вот ты прямо вот, где я стою сейчас. А, только ты не, только, стоишь? Ну, почти, почти. Не, ты встань на то место, я прицелюсь, а ты так, отойдешь. Так, вот, смотри, видишь? На меня настройся вот. Пока. Да, вот. Все, я ухожу. Есть, сломал. Есть. Так, давай, и смотри, и вот здесь вот наверху электрическое реле еще. Вот, вот прям вот, подожди, где я, но только наверху. У меня не так быстро поворачивается. Угу. Вот я на него смотрю прям. На коробках или где? Нет, или на... вот, все, вот. Все, на стенке. Так, попал отлично, сломали. Сломаем, убегаем отсюда. Уходите из здания. Миссия выполнена. Благодарю вас за просмотр данного видео. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и Discord. И до новых встреч. Кстати, сейчас мы узнаем ID хакера.